В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. Третье июня – День Елены. Чуть позже я поделюсь своими знаниями об этом дне. А пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 8, плюс 10. В городе Ефремове плюс 8, плюс 11. В Белеве плюс 7, плюс 10. В Новомосковске плюс 8, плюс 10. По прогнозам 3 июня температура в Туле будет колебаться от 4 до 11 градусов по Цельсию. Облачно, небольшой дождь. Влажность воздуха составит 48-89%. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. 3 июня возможна слабая геомагнитная буря. Третье июня – День Елены. Плести косы в этот день не следовало. Считается, что девушки должны были ходить простоволосыми с красивыми длинными волосами. Примечали также и приметы погоды. Если день был дождливый, то осень ожидали ненастную. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время. Спонсор показа ООО «Зельгроз».Мечтаете открыть в себе сверхспособности? Тогда вам в Зельгроз. Мы открылись по адресу: Октябрьская, 215. Зельгроз помогает вам экономить.